we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries but always had plans. The only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and not work on my craft. I need inspiration, don't need no validation. No more medication, just try some meditating. Всем привет, похоже мой аккумулятор топло сдох. Капец. Будем его менять. Что за цирки? Вот тогда. Даже свет в салоне горит так тускло. А если попробовать завести? Ключ поворачиваешь, вообще ничего не срабатывает. Еще аварийка включилась. Да уж, да уж. Сел, пробовали этот аккумулятор подкурить машиной, другой накинули провода. Там я понимаю, что надо было подождать, пока он немножко наберет заряд, но времени не было. Ждали буквально 2 минуты, и машина очень медленно крутила, несмотря на то, что подключена другая, и при этом она газует. Ощущение, как будто этот аккумулятор на себя забирает электричество. Есть подозрение, что, может быть, его замкнуло. Как это проявляется, никто не знает. Индикатор сверху горит зеленым. Саня, скажи мне честно. Плохо видно здесь, но он зеленый. Просто фонарик отсвечивает. Нашел, кстати, гарантийный талон на аккумулятор топла. Вот мы видим. Покупал я его в сентябре 2016 года. Гарантия составляла 36 месяцев. Прошло 5 лет. Через 5 лет Бобик сдох. Ставим новый аккумулятор Эткон. 100 ампер часов. 830 пусковый ток. Купили его за 246 белорусских рублей. Вот наше старое топло. При этом здесь светится зеленым. Странно как-то. Накидываем минусовую клемму. Ну и проверяем новый аккумулятор Эткон. Видно, конечно, что он заряженный. Все светится ярко. Все завелось отлично. Тот аккумулятор, который у меня стоял топло, он стоял где-то около 4 лет, плюс-минус. И в последнее время почему-то у меня такое ощущение, как будто он не держит емкость, заряд, то есть... Я завозил его там, где покупал этот аккумулятор, его испытывали по разным параметрам, как он держит напряжение под нагрузкой, без нагрузки, плотность электролита, доливал сам дистиллированную воду до уровня, там совсем по чуть-чуть, по 10 грамм может. Заряжали его один раз на зарядке, он потом через какое-то время разрядился, заряжали его еще раз. Я думал, если он разрядится опять, то все, нафиг его поменяю. Поэтому поменяли, взяли Эткон, посмотрим, как Эткон себя поведет. Сказали, что сейчас это очень хорошие аккумуляторы, чешские. Если у кого-то стоит Эткон, напишите, пожалуйста, в комментариях, так оно или нет, как полет. Есть знакомые, которые брали этот Эткон, и у них он просто недолгое время, там где-то год, говорят, все нормально.
Сейчас мы будем настраивать часы, программировать стеклоподъемники. Для этого просто держим по пару секунд вверх. Все, режим авто работает. Ну, часы настраивают на себя вот этот вот ползунок. Также после отключения аккумулятора у нас, естественно, сбивается магнитола. Чтобы ее разблокировать, надо знать код. Так, здесь я свой код знаю, причем, мне кажется, уже знают его все наизусть. 1591. На этом все. Ставьте комментарии, пишите лайки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой стоит аккумулятор у вас и как долго. Всем пока! Жить.